Валерий Константинович, добрый день. Вот абрикосики ваши, из ваших семян, косточек, присланных вами. Выращены. Пропалывать уже пора. Ладно, это я потом сделаю. Такие красавцы, стройными рядами стоят. Вон какие. Довольно много взошло. Ну, я тут не живу, то есть приезжаю на выходные. Поэтому поливать тоже их постоянно не удается. И все равно они вон какие. Это у меня грецкий, что павловния. Вот еще абрикосики. И тем не менее, даже без такого постоянного полива, они вот так успешно проросли. Ага. А вот у нас персик Бродского вылез. А вот еще один персик. Красавец. В общем, спасибо вам большое за качественные семена. Ну и здоровья вам желаю, Валерий Константинович. С праздником!